В Беларуси стартовала акция МЧС в центре внимания дети. Инспекторы напомнят родителям и малышам о правилах безопасного поведения, а также вручат каждому брошюры, буклеты, памятки и календари. Расскажут элементарные правила безопасности. Акция продлится по 10 сентября. Три четверти белорусских школ уже получили паспорта готовности к новому учебному году. 1 сентября за парты сядут порядка 1 миллиона 55 тысяч учащихся, в том числе 114 тысяч первоклассников. На работу в учреждении образования уже направлены почти 5 тысяч молодых специалистов в столице и регионах. Белорусские аграрии намолотили более 7 миллионов тонн зерна. Культуры убраны на более чем 86% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область, затем идет Гродненская, после Гомельская и Минская. Замыкают пятерку Могилевские и Витебские регионы. В Беларуси ограничено купание в 18 зонах отдыха, запрещено в 17. Специалисты обследовали 342 зоны рекреации. На 25 из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Среди них содержание территорий, контейнеров для сбора мусора, кабинок для переодевания и общественных туалетов.